Магазины потребительского общества «Анапаторг» даже без пристального осмотра специалистов отражают абсолютное равнодушие к своему делу и людям, а также полное нежелание продавцов соблюдать элементарные требования санитарии и правил торговли. Такое товарное соседство – злейшее нарушение и яркая картинка для Роспотребнадзора. Яйцо вместе с рыбой хранится – это вообще ужас. Тут же пиво. Можешь снять, как мухи летают, и колбаса даже. Плюс еще белый цвет говорит о том, что уже, скорее всего, плесень. Прямо на пороге валяется размокшая коробка с рыбой. Рыба потеряла товарный вид, и дальнейшая реализация не подлежит. Даже толстый слой наледи в грязном холодильнике не убивает запаха полуразложившегося мяса. Без маркировки, без всего. Что это такое? Когда это? Посмотри. Вот это вот все порвано, видите? Запах специфический стоит. Все это вообще. Это ужас. На товар нет накладных и трудно понять, сколько времени уже усыхают здесь эти сосиски. Непонятно, откуда это все. При этом у каждого магазина весь товар вывален прямо у стен, как на базаре. Не приходится говорить о культуре торговли и в винных лавках. Все без лицензии, зато под изысканное название. Полиция в этот день изъяла почти 1000 литров несанкционированного алкоголя. Руководитель потребительского общества «Богинская» и арендаторы магазинов-нарушителей вызваны в административную комиссию и будут оштрафованы. Составлены протоколы и направлены в Роспотребнадзор. Такой торговле не место на курорте.